Всем привет! Вера Алентова сейчас находится в одной из московских больниц с подтвержденным диагнозом коронавирус. Сегодня из жизни ушел ее супруг, Владимир Меньшов. 79-летняя Вера Алентова попала в больницу с коронавирусом в конце июня, буквально через несколько дней после того, как был госпитализирован ее супруг Владимир Меньшов. Врачи обеспечили круглосуточное наблюдение обоим пациентам. Но организм Владимира Валентиновича с недугом не справился. Сегодня известного советского и российского режиссера не стало. На данный момент точных данных о состоянии Веры Алентовой нет. Родные предпочитают информацию о течении болезни держать при себе. Дочь Веры Алентовой, Юлия Меньшова, раздавлена горем и пока что не готова общаться с журналистами. Существует высокая вероятность, что актриса не сможет проститься с любимым супругом, поскольку прощание назначено на 8 июля. А Вера Валентиновна пока что находится на лечении в клинике и выходить за ее пределы ей не рекомендовано. Напомним, что Меньшова госпитализировали еще 22 июня, у него был диагностирован коронавирус. По предварительным данным, причиной ухода стала пневмония. Две недели врачи боролись за жизнь актера, но безуспешно. Уже известно, что для знаменитого режиссера выделен участок на Новодевичьем. Режиссер обретет свое последнее пристанище рядом с Василием Лановым. Прощание с Владимиром Меньшовым пройдет 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем пока!